Всем привет! Привет! Дочь, поздоровайся с ребятками! Привет! Сегодня у нас Поля доктор. К ней придет на прием пациент. И этот пациент у нас папа. Пожалуйста, заходите. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Поля сейчас будет лечить папу. Она сначала выяснит, что у него болит, обсмотрит его, выпишет ему рецепт, даст назначение. Посмотрим, что из этого получится. Ну давай, Поленька. Папа, на что жалуетесь? Доктор, у меня температура и кашель. Спасибо, доктор. Держу. Ну, смотрите, какая температура. Высокая? Температура высокая, доктор. Что делать? Нужно проверить горло у папы. Горло. Проверяем горло. Хорошо. Теперь, пожалуйста, доктор, посмотрите, у меня зубки. Вот. Не больно. Спасибо, доктор. Спасибо, доктор. А теперь, пожалуйста, посмотрите у меня ушки, доктор. Ушки болят, особенно левое ушко. Что-нибудь там видно? Пожалуйста, другое. Нужно чистить ушки. Хорошо. Ушки нужно чистить. Хорошо, я приму к сведению. Теперь у меня проверка. Глазки, глазки проверьте, Поленька. Глазки. А, Б. Теперь надо послушать меня, доктор. Кончик. Пожалуйста, прививочку мне сделайте. Да. Укольчиком. Где у вас укольчик, доктор? Попку надо. Попку надо. Пожалуйста, в попку. Ой, больно. Спасибо, доктор. Все, не больно. Не было. Теперь, доктор, проверьте у меня вот молоточком нервы вот здесь. Ой. Чувствую, больно. Ой. А ручку можно? Да, можно. Ой. Понятно. Доктор, и у меня, ой, и у меня еще болит рука вот здесь. Наверное, надо наложить мне повязку. Да. Где у вас повязка? Вот. Распаковывайте. Достаю. Так, я одеваю. Вот, можно. Ой, доктор. Это грелка. Иногда болит живот. Держу. Ну теперь, наверное, нужно выписать ему таблетки. Таблеточку ему дай от температуры. Я дам. Спасибо, доктор. Надо одиночку. Ну что, папа здоров? Да, здоров. Ну, да. Молодец. А теперь поменялись ролями, теперь все наоборот. Теперь Поля пациент. А папа доктор. И Поля пришла на прием к доктору. Здравствуйте, Поля. Что у вас болит? Что у вас болит, пациент? Горло. Горло? Давайте посмотрим ваше горло. Открывайте рот пошире. Так. Вижу небольшое покраснение.
выпишем вам лекарство. А у вас бывает температура? Давайте проверим, какая у вас на данный момент температура, чтобы вынести окончательный диагноз. Что? Температура у вас 37,3. Это говорит о том, что идет воспалительный процесс. Теперь давайте вас послушаем. Дышите. Не дышите. Поворачивайтесь спиной. Дышите. Покашляйте. Ой, да у вас еще и кашель. Поворачивайтесь. Продолжим дальше. Теперь давайте посмотрим у вас ушки. Ушки не беспокоят. Оп. Ушки чистые. Теперь другое ушко. Все у вас с ушками хорошо. Я думаю, что вам нужно сделать укол. Не больно. Это не больно. Как комарик укусит вас. Давайте руку. Не бойтесь. Зубки верхние хорошие. Нижние тоже хорошие. Молодцы. Доктор, проверьте, проверьте у нее зубки. Она ест очень много конфет. И, наверное, зубки ей нужно уже полечить. Замечаний пока по зубкам нет. Ну, а теперь мы проверим у вас молоточком нервы. Так. Не больно. Все хорошо. Все, молодцы. Теперь у вас не было случайно? У вас рука не болит? Давайте понаденем тогда повязку, чтобы для закрепления. Вот. И с этой повязкой вы должны походить 2-3 дня. А сейчас, пациент, я вам напишу рекомендации, которые вы будете применять для лечения, и отдадите их маме. Подождите. Это я вам отдаю. Ну все, выздоравливайте. Пока-пока. Так, теперь, Полюшка, попрощаемся с ребятками. Говори ребяткам. Пока, ребятки. Смотрите канал Пелагея и подписывайтесь. Пока-пока. Всем пока-пока. До новых смотрите встреч. Нас и подписывайтесь на канал Пелагея.